Всем привет! Друзья, вы находитесь на моем спортивно-игровом канале RusFPS. И да, мы продолжаем нашу рубрику, перенесенную на Android-версию. Также будем играть с новичка до суперзвезды футбола. Сегодняшний наш соперник — это Бразилия, ну, по рандому выбирается. Мы превосходим на 1000% нашего оппонента, если так можно, конечно, выразиться, да? Вот. Хотел я немножко поменять наш состав, но менять я его не буду. Оставлю все так же, да. Оттянутый форвард. Впрочем, ничего нового. И сразу же начинаем, без нарезочки, чтобы услышали мой голос полностью. Вот, и чтобы я записал, все-таки сделал эту рубрику. Конечно же, я ее продолжу и на ПК-версии, добью все 6 выпусков, но я решил, а почему бы и здесь ее не сделать? И, собственно, вот. Да, кстати, возможно, будут какие-то казусы с моей игрой, потому что скачал ее только что сегодня, уже записал 2 видеоролика. Один в онлайне, другой вот здесь и с ботом. Эта игра, конечно, выглядит повеселее, но да, это 60 FPS, потому что это 30 FPS. Если записывать 60, то там будет, ну, там будут очень неприятные штуки твориться. И это пас навесом, кстати, который был имбой в 19-й версии, да? Ух ты, празднование Рональдиньо, кстати. Ну, похожее на празднование Месси. Вот, давно я не забывал с навесом, но учитывая то, что это любитель, это было довольно-таки легко. 1-0. Вот. Ну, кстати, здесь уже не подловить. Вот так вот, как на новичке. Да, делаем детальный анализ компьютерного интеллекта. Здесь уже... Ой, ух ты, да что ты творишь-то, ага. До моих ворот дошел, смотрите-ка. Так, ты будешь забегать? Или ты просто пас просишь, как это? Так, а здесь будет продолжение атаки? Нет, потому что пас не точный. А, вот. Тут уже просто так не отобрать мяч. Ну-ка, а может быть ты поборешься за мяч? Может быть, ты поборешься за мяч? Ну, это мы вынудили вынести. Ну, здесь нужно, конечно, посинговать. На секундочку, уже 19-я минута, а все еще 1-0. Ну, тут, конечно, быстро время идет, но это не оправдание. Так, передача на Месси. Можно, кстати, даже навесить и... И не забить? Какой... Ну, я понимаю, что офсайд, но... Все равно... Не забить Роналду с 3 метров, ну, это как минимум, ну, не очень. Вот. Ладно, Роналду видит Марадона, Марадона видит забегающего Месси, Месси отдает пас. Вот мы вот такую многоходовочку совершим. Ай-яй, опасно было, но что-то как-то... И Тьяго мощный удар, и... Ну, все заканчивается тем, что просто Эдерсон берет мяч в свои склизкие руки и мяч у бразильцев. Да ладно, мы сохранили его. Роналдо на Марадону. Почему такие неточные передачи? Песочка, можно мне, пожалуйста, точные? Пожалуйста. И можно мне мяч... Кстати, вот нарезка не дает, значит, полной картины моей игре, а без нарезки вы абсолютно полностью видите, как я играю, как играет искусственный интеллект и как я позорно не могу забить этому интеллекту на уровне любитель. Да, и это, кстати, офсайд. Ну, блин, надо возвращаться, кстати. Ну-ка, если мы подловим его. Нет, не, ну ладно. Он не такой тупой, как я думал. Так, это Роналдо просил на передачу. Окей, а мы вот... А вот компьютер не ожидал, что я так буду... Это Криштиану Роналдо! И он доказывает, что это Криштиану Роналдо, а не какой-то ноунейм с футболкой под номером 7. А, кстати, а почему мы причесон не сделали? Вот Месси убрали, бороду, значит.
А Роналду причесон не сделали, ну как-то не очень. Ну, удар хороший, я думал, опять промажет. Кстати, почему-то у него там ведь 5 звезд как на левой, так и на правой ноге. Но с левой он лажает конкретно вот в пару моментах. Он в предыдущем выпуске очень сильно лажал. Ну ладно, не будем уже к этому возвращаться. Суть в чем? Суть в том, что я выиграю всего лишь 2-0. Хотя думал, уже будет 1-0. Вот, но пока что всего лишь 2. Так, это Роналдо. Опять Марадона просто стоит на паперти и просит: «Дайте на пропитание мяч». Ой, ну прикольно. Прикольно. Чем, правда, это было забито, непонятно. Вот, я думал, там на Роналдо может отдать. Ну ладно, забил. Так прикольно закрутился в уголочек. Вроде бы по прямой, а вроде бы закрутился. Прикольно. 3-0. Все, сразу же расчехляем нашу пушечку, и надо, чтобы было 1-0. Вот. Поэтому Роналду давай-ка сюда. А сюда. И сразу же, видимо, нашу атаку. Что-то как-то медленно она развивается у нас. Ну ладно. Видим Месси. Что-то фризило сейчас я видел. Я видел, что-то фризило. Ну ладно. А, Месси. На Криштиану Роналду. И отдай пробить-то. Блин, обидно. Обидно, слушай. Квадрату прессинг. Как же бразильцы обманывают нас. Смотри-ка. Марадона, хорош. И здесь на Роналду, который просто... Да. Я хочу посмотреть повторно. Для начала мы посмотрим, как Роналду бежит и размахивать своими руками Марадона. И Роналду... Ага, это в ближней было, да? Ну, хороший удар. Но это всего лишь 4-0. Это всего лишь 4-0. Видите, уже нельзя подловить просто так. Не зевают особо любители. Вот, если сравнивать с теми же новичками, да? Эдерсон выходит из ворот даже. Вот, значит, Стоунс, Роналдо, и здесь Марадона что-то не любит забегать, кстати. Ладно, забьем так, ничего в этом сложного нет. Ну, по крайней мере, мы начали забивать, это хорошо. Если мы оформим также 7, в чем я сомневаюсь, то это будет хороший результат, потому что как бы сложность выше, а результативность та же. Вот, ну ладно, сейчас мы догоним. Опа. Так, мяч наш. И, в принципе, можно вот куда-нибудь сюда. Потом сюда. И Рональдиньо сделает свой гениальный пас. Почему-то никто не забегает. Здесь, по-моему, автоматом должно все забегаться. Вот. Ой. А я думал, оно не залетит. Оно Роналду празднует. Вот. Сейчас посмотрим повтор. Хороший, кстати, ракурс для камеры. Я думал, не залетит. Как он так пропустил? Ну, слушай, Эдерсон, как-то не солидно. Я понимаю, что все любители, а один ты, Д'Артаньян, но все-таки нужно как-то стараться. Ладно, 6-0. Надо забить еще один. Постараться, по крайней мере. Вот. Но что-то любители в атаку пошли. Но это недолго продолжалось. Тяга. А Месси, что за позор? Абсолютный. О, все, это потеря. Это, ну, у нас еще есть время, конечно. Так, Роналдо. Так, да. Нам везет с отскоками. О, красиво! Ай, почему ты не дал мне добить? Смотрите, он нас даже обманывает. Он делает ложные замахи. Ты посмотри, какой обманщик тысячного левела, а? Вы что, будете катать? Серьезно? Ой, 6-0. Я думал, будет 1-0, но 6-0 тоже неплохой результат. В принципе, на этом все. Можно, конечно, посмотреть рейтинги игроков. Это 5-0. А, нет, это не мои рейтинги. На вот эти вот, да? 7,5. Ну, такие себе лайтовые. Кстати, что я заметил? У Акинфеева теперь серебро. Ну, вот этот гол, кстати, прикольный был, да? У Акинфеева серебро.
а не золото, как было раньше. Почему так, я не знаю. Возможно, вы знаете, поэтому пишите в комментариях. Ну, а с вами был RusFPS. Понравился видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я пойду, попытаюсь не проиграть полупрофи. Все. В принципе, закончим на этом. Всем пока. Творится и это пас навесом, кстати. Который был имбой в 19-й версии.